Всем привет, вы на канале Steven Games, и сегодня я продолжаю играть в игру Shadowfight 2. Сегодня мы немножко поизучаем спецприемы. Как я это буду делать? Да я сам пока что не знаю, давайте просто играть в испытания. Ну и, конечно же, потом параллельно турниры проходить. Ну и если вдруг получится, конечно же, пройти босса. Но мне кажется, что в этот раз у меня навряд ли это получится сделать на сей раз. Позже, возможно. Возможно, все вообще. Так, что ж, меня хотят загнать в красную зону, получай, отлично, я не пойду в красную зону. У меня, конечно, есть оружие покруче, но я почему-то этим сражаюсь. Да, спасибо, спасибо. Вот так вот, отлично, первый удар, блин. Насчет второго удара я так не планировал играть. Блин, ноги, давай, 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 прыгай. Вот так вот, отлично, you win. Подождите, я выиграл? А, он зашел в красную зону? Да подождите, ему тоже нельзя в красную зону? Не один я такой? Блин, ну ладно, тогда мы его загоним сейчас туда. Давай, кунай, кунай, давай, бросай. Вот так вот. Все, ты зашел в красную зону, пошел обратно. В красную зону пошел. А, либо стиля брутал нужно достичь. Теперь понятно, каким образом я выиграл. Окей, хорошо. Так. Вот так. Навряд ли я стиля брутал достигну, если я буду просто избивать его кунаями. Но хотя все возможно, поэтому давайте пробовать дальше это делать. Пух, отлично, готово. Так, промах. Вот это был промах. Очень-очень жесткий промах. Нет, нет, нет. Нет, я не позволю. Фух. Вот так, ногой, отлично, удар. Вот так вот, брутала мы достигли. Отлично, удар ногами. Видите, я уже удары ногами умею делать. Хотя, первоначально я этого даже не делал. Почему, спросите вы? Да потому что мне лень жать сразу на две кнопки. Я привык к таким играм, как Injustice и Mortal Kombat X, где, в принципе, жать на две кнопки не нужно. А здесь это все нужно делать. В этот бой можно вступить только с оружием 27 уровня и выше. У меня, по-моему, есть оружие 27 уровня и выше. Хотя, может, оно не 27 уровня, но придется выбрать его. Хотя я не особо хочу играть этим оружием, но что поделать? Блин, что поделать? Давайте выберем Кусаригама. В принципе, это неплохое оружие. Это просто я немножко скептик насчет этого орудия. Играю я им не очень хорошо. Но все же, давайте переходим в испытание. Да я выбрал уже оружие 27 уровня. Мужик, отстань ты от меня. Отлично, Shadowfight 2. Загрузка. Мы играем против какого-то старика, да. Ну, в принципе, пенсионер, старик. Какая разница. Что ж, что мы делаем с этим оружием? Сразу двойной удар, вот так вот, получай по голове. Иди сюда. Так, он бросает на сюрикен. Я тоже умею бросать сюрикены, понял? Главное, чтобы здесь не было такого вот, что приходилось бы, опять же. Давай, 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 дотягивай, я ничего еще сказать не могу. Отлично, победа. Опять я стиля бруталдости, а нет, этот старик сделал. Наверное, после своей смерти брутально умер, скорее всего. Но ладно, хорошо, получай. Так, отлично. Ух ты, вот это да. А, блин, опрокинул меня. Но я прием знаю, как делается. Я просто его не хотел делать. Но я пощадить решил старика. Но он сам напросился. Блин, промахиваюсь, пока, блин, пендели под зал дали. Тише, тише, хватит. Давай, давай, прыгай. Блин, ну не таким образом прыгай. Ну хотя я хорошо прыгнул. Хорошо. Вот так вот, отлично. Блин, и два раза промахнулся. Это же был спецприем заготованный. Но пока что я проигрываю, мы тут немножко возимся друг с другом. И что это, старик, почему ты так быстро умер? Я думал, что все будет гораздо сложнее. Ну ладно, хорошо, победа. Хотя мы там просто как два непонятных человека возились, но ладно. Окей, 226 тысяч, 226 тысяч монет. Я получаю свою копилку, и следующее испытание тоже сложно. В этом бою ты проиграешь, если выйдешь в красную зону, противник неуязвим. Продержись 60 секунд, чтобы победить. 60 секунд? 60 секунд? И в красную зону еще зайти нельзя? Блин, гадюка. Ты реально гадюка, потому что... 60 секунд продержаться? Ё-моё. Ну ладно, хорошо, получаю пока что так. В красную зону мы не должны войти. Тихо, уходи, уходи, уходи. Пока что уходи. Это длинный... Это длинное оружие, скажем так. Блин, по ногам лупит. Пошла вон отсюда. Мне надо 40 секунд продержаться. Еще 40 секунд осталось. Я думаю, что я выдержу. Отлично. Так, легла. Кунаи, кунаи. Используем кунаи. Блин. Ой-ой-ой-ой. Я сейчас подлечу аж в красную зону. Фу, хорошо. Остается 30 секунд.
Отлично. Не-не-не-не-не. Иди отсюда. Нет, тихо-тихо. Оп. Оп, перекат, перекат. Отлично, 20 секунд остается. 20 секунд продержаться. А почему у гадюки здоровья-то мало так? Ладно, хорошо, молния. А почему здоровье у гадюки отнялось? Я не понял, что-то вот этого вот прикола. Оп, 5 секунд. 5 секунд, ух, блин, достала, зараза. 1-0. Я в красную зону влетел, но при этом побеждаю. Отлично, вот так это делается. Мы выигрываем, при этом попадая в красную зону, но при этом остается 0 секунд. Отлично. Что ж, давайте посмотрим на следующее испытание, если нам, конечно же, позволит это сделать игра, а она позволяет. Заходим дальше. В этом бою противник уязвим только для магических атак. Хорошо, блин, придется магией шпулять у него. В чем проблема этого испытания, вы спросите? Да проблема в том, что она наносит очень дикий урон. Очень дикий. Подходи. Так, отлично, я блок здесь поставил, давай. Так, тихо-тихо-тихо, блок. Отлично, нам главное сейчас магию накопить, и я это сделаю как-нибудь. Вот так вот, еще один удар по голове. Так, отходим. Ставим блок. Блин, ставим блок. Опа-на. Ставим блок. Отлично, магия. Бах, готово, победа, счет 1-0, фух. Блин, это очень сложно, это очень сложно, и я вам скажу так, что нужно это как-то пережить. Нужно это как-то пережить, наносим удары, так, уклоняемся. Ставим блок, блин, вот здесь вот блок не сработал, она близко слишком находится. Нужно ее немного убрать, немного убрать, немного убрать, отлично. Но мне оружие здесь по сути и не нужно. Да, кулаками помахал и все. Но счет 1-1, это не страшно, это не страшно, потому что я думаю, что сейчас мы выиграем. Как я это сделаю? Да вот просто, наносим урон. Блин, она уклонилась. Так, вот, блин, один все-таки сюрикен достал. До меня, падай, падай, магия. Да, фу, отлично, счет 2-1, я уже думал, что промахнусь. Когда она подпрыгнула и в воздухе начала вертеться, я думал, что мы проиграем, но нет, нет, мы побеждаем. 237 тысяч монет я получаю. Что ж, следующее испытание, и оно невозможно, к сожалению. Да, оно невозможно, но при этом я накопил 1 103 000 монет. Переходим к турнирам. Испытания и турниры мне нравятся тем, что их довольно-таки просто проходить, пока это возможно, и я это стараюсь делать. В турнире нам что нужно? Нам нужно просто побеждать, поэтому я думаю, что у нас это получится сделать. Главное сейчас не закосячить. У этой женщины, гадюки, да, у нее такое же оружие, как у меня, но проблема в том, что я умею это управлять своим оружием, а она не особо. Ну, да, она тоже махается как-то, но все равно это не то. Плюс я свою кусеригаму выиграл-то у какого-то мужика, который отнимал деньги у бедных. Ну, вроде как. Честно говоря, я не знаю. Я забыл уже эту историю с этой кусеригамой и как я ее получил. Хотя это была предыдущая серия. Да получай ты, гадюка. Ну, блин, это оружие мне досталось от какого-то путника, который... украл очень много денег у людей, по-моему. Ну, неважно. Хорошо, я, возможно, забыл историю, но он был вором. И сказал после того, как мы победили его, что он пойдет грабить, но уже без этого оружия. Отлично. Что ж, 226 694 монеты я получаю. Да, по-моему, я что-то не то сказал с этой историей. История сложилась немножко по-иному. Ну, ладно, все, забыли про нее. Что ж, Shadow Fight 2, ага. Окей, дальше, Мор. Угу. Ну, отлично, я думаю, что с ним мы тоже разберемся. Так, кусеригама против каких-то долбанутых дубин, которыми я играл. И они очень и очень изишные на самом деле. Не в плане, конечно, управления, если он по мне нанесет хоть какой-то урон. А пока он только сюрикенами пытается меня бить, то тогда да, будет, конечно, что-то иное. Так, отлично, сработал щит. Так, что мы здесь делаем? Отлично, и я сюрикен брошу. И я еще один брошу. И еще один. Получай. Ну, здесь сейчас не сработает. Такая тактика, крутись. Отличненько.
Прыгай, давай, прыгай. Блин, это я подлетел. Оба-на, вот так вот, ногой удар и добиваем. Вот такой вот комбо. Отлично. Счет пока что 1-0. Но это неплохо. Раунд 2. Так. Раунд 2 наношу тот же самый урон. Отлично. Дальше добиваем магии, которая, к сожалению, не сработала. Ну, она не сработала, потому что я промахнулся просто. А так счет 2-0. Да, победа. К сожалению, Мор, ты тоже проиграл. Но то ты и Мор, наверное. 240 тысяч монет я заполучаю. И что ж, следующий бой — это безумно. Не знаю, получится или нет, но я попытаюсь. Что ж, еще один бой против когтя, коготь, когтя, да. Вроде бы как когтя в бой, да что ж такое. Shadow Fight 2, давай, коготь, запускайся. Быстрее, быстрее, отлично, все. Я готов, я готов, я понял, на что он способен. Я это все понял. Я понял, что очень просто с ним не получится. Да. Отлично, давай, давай, давай. Давай, 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 хватай его. Так, ставим блок. Отлично. Он ноги вот... Он ногами начинает бить. Так, 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 давай, давай. О, блин, вот это удар был жесткий, конечно. Почему у меня так не получается сделать? Я ж вроде вот такие же удары ногами наношу. Вот такие же, вот просто такие же удары ногами. Отлично, магия — это просто жесть. Здесь, да, ну здесь он меня положит, потому что я потерял оружие. Если бы я не потерял оружие, может быть, я его и добил бы. Ну а так, конечно, пришлось туго. Отлично. Получающий сюрикен в придачу. Давай что-нибудь делай. Молодец. Ну, это не моя заслуга, конечно. Так, давай вот так вот урон. Ага, яблочком получил. Ага, да-да-да-да-да. Да, очень сложно, да, коготь? Меня ты тоже так же избивал, сволочь. Вот так вот, отлично, лег. Счет 1-1. Вот теперь я прочел, как можно его победить. Да, было сложно, очень сложно. Потому что иногда он просто тупо падает от моих ударов. А иногда даже пытается наносить нехилый таки урон. Так. Отлично. Фух, уклонился. Ох, отлично, сработано. Блин, только вот... Со щитом, конечно, не... Я не знаю, что произошло. Я уже замолк, я думал, что все, мне конец. Но нет, я каким-то образом вытянул этот бой. 251 тысячу монет я получаю. Да, это было безумно, и это реально было безумно. Но при этом мне понравилось. Что ж... и здесь невозможно. На данный момент вдова тоже невозможно. Мы переходим на данный момент, опять же, в прокачку. 1 825 000 монет у меня на данный момент есть. И за них я, конечно же, смогу, наверное, себе кое-что допрокачать. Так, первое, что я хотел бы сделать, ну, это, конечно же, приобрести шлем, которого у меня до сих пор нету. И я, конечно же, это сделаю на данный момент. Хотя, подождите-ка. Подождите-ка, а... Я прокачиваю темный шлем легионера до 27 уровня, да? Когда можно было просто взять и купить новый шлем самурая. Да. Ну ладно, хорошо. Да, бывает иногда и такое. Не посмотрел на уровень, не нажал. Ну, что поделать. Ну и, конечно же, я прокачиваю свое оружие. Почему бы этого не сделать? Так, ну и что у нас остается тогда?
Ну и, конечно же, можно призрачные кунаи улучшить до 27 уровня, потому что в будущем они мне все равно потребуются. Но так как я не хочу этого делать, я, конечно же, просто приобрету новую магию. Да, именно так. Вот таким вот образом у меня было 1 800 000 монет, а стало 69 456 монет, что не очень хорошо. Зачаровать я могу этот предмет, поэтому простой рецепт. Зачаровываем. Внимание, вы пытаетесь зачаровать устаревший предмет. Вы уверены, что хотите? А, ну тогда да, давайте-ка лучше подождем, чтобы он не был устаревшим. Ну и после этого, конечно же, продолжим, возможно, игру, ну, конечно, в следующей серии. И в следующей серии, я надеюсь, что мы дойдем до следующего босса. А кто у нас там следующий босс? Навряд ли мне, конечно, об этом сейчас расскажут, но все же, давайте посмотрим. Третий босс, да, я дошел до третьего босса, и мы победим третьего и четвертого босса. Что ж, всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.